Боже мой, что такое? Он без маски и руки вниз опущены. Срочно руки, руки раздвиньте. Сейчас такое постановление властей. Руки раздвинуты. Это нельзя. Что, вы понимаете, что нельзя это делать? Руки надо растопырить с тем, чтобы соблюдать дистанцию 1.5-2 метра. Это закон. Ах, это скотина пшалонная. В общем, положение. Вы же попадаете под штраф. Что же вы делаете вообще? Вы же нарушаете все зримые нормы. Надо срочно руки растопырить. Я тебя пристрелю, скотина. Мне наплевать. У меня да, я руки вверх поднял. Вот так теперь будем ходить. Понятно. Извините, пожалуйста, а где можно купить маску? А тебе что я нужно? Не знаю, где маску. Пошел ты нахер, маски продаются там, скотина. Вельма пониже, спасибо. Ходят тут разные твари. Опа. Приветствую, друзья. Сейчас нужно соблюдать дистанцию везде. Поэтому я предлагаю вот ходить по улицам вот так. Yeah! То есть надо вот ходить вот так. Как раз здесь 2 метра дистанция. Если ты соприкасаешься пальцами с другим человеком, значит, это максимальная дистанция, которая может быть безопасной. Поэтому, если вы увидите в метро или на площадях, или по улице идет вот такой вот человек... Yes! Так что, друзья, ходите так, как я, и вы будете абсолютно безопасны. Это новый способ борьбы с инфекцией коронавирусной. С вами Константин. Я пошел. Теперь надо ходить с растопыренными руками. Я руки опустил, потому что в дверь не могу пройти. Ну как же так, вся Москва так ходит, все руки растопыривают и идут. Это же новое постановление. Так надо ходить. Что же вы нарушаете правила-то? Следующий ролик. Это гротесковая фантазия. Смотрите. За нарушение режима самоизоляции и карантина приговор привести в исполнение. Пропуск дома забыл, блядь. No! Ой, 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 какая незадача. Несомненно, новые методы борьбы с коронавирусной инфекцией приносят свои положительные плоды. Уважаемые друзья, соблюдайте режим самоизоляции и карантина, и будем все здоровы и победим эту вирусную инфекцию. Всем здоровья и удачи!